есть чемпионы, мы ими гордимся. И я думаю, что вы у нас как спортивная смена на перспективу покажете высокие спортивные результаты. Тем более я хочу сказать, что буквально скоро эта школа будет иметь другое свое название. Школа Олимпийского резерва. И это большой статус и большая ответственность. И вы, как вот начинающие спортсмены, наш потенциал должны, конечно, нам помогать, и мы на вас надеемся. На татами боролись спортсмены от 10 до 15 лет различных весовых категорий. Большинство призовых мест заняли воспитанники первой спортивной школы. Их команда была наиболее многочисленной и опытной. Всего юные борцы завоевали 27 медалей. Из них 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. Команда спортивной школы номер 5 оказалась не столь многочисленной. Всего 7 ребят выступали на татами, но 6 из них увезли по одному первому, второму и 4 третьих места. Цель сегодня наша, во-первых, ребятам нужно пробороться, поменяться мастерством, обменяться, вот, достичь определенных результатов в борьбе, выполнить нормативы на разряд. Ну и к празднику 23 февраля мы специально провели эти соревнования, чтобы детям запомнился этот праздник и запомнились эти соревнования.